have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, привет. Недавно совсем мы с вами заглядывали в окопы, и вот опять пришло время, но теперь я сюда затащил кота. Здесь должно быть интересно. По крайней мере, в прошлый раз мне тут очень понравилось. Что за пролаги? Встань, пожалуйста. Да ну. Да какой ну? Меня убили. Я тебя поздравляю, чел, надо быть немножечко аккуратнее. Тут прям это, да, жестенько. Да ну, я только что увидел, как поле прям мимо моего уха пролетело. Есть. Хотя мне показалось, что это я его убил, ну ладно. Подходим, блин, так, осторожно, избегаем автоматического огня. Воу-воу-воу-воу-воу! Близко. Ай, больно! В окоп обратно. А я убил кого-то. Блин, меня сейчас убьют. Попал. Молодец, что убил. На самом деле, это прикольное ощущение, когда ты тут кого-то выдавливаешь, что прям неплохо получается. Я не знаю, зачем я подхожу, у меня дальняя винтовка, не автоматическая. Ну, блин, люди подходят, надо подходить, надо захватывать. Да, надо подходить. Ой, захватывать. Я хэдшот. Я думал... Ай, блин! Я чувака не то что прикрыл, а за него схавал просто так. Ладно, давай, поехали заново. Деплой. Да ну, чувака автоматика, нечестно. Ну, не то чтобы нечестно, ну, ты когда-нибудь тоже до нее дойдешь, но ты его убил. Так что все хорошо. На самом деле, да, автоматика это здесь прям... С другой стороны, из автоматики ты не постреляешь на дальнюю дистанцию. Каким образом ты в меня попал, блин? Как? Ох ты ж, ё, неплохо тут сектор простреливается. Ладно, меняем. Так, я сейчас убью абсолютно. Я вообще не понял, откуда прилетело. Давайте. Меняю пушку, всех убиваю. Залетаем. А чё это я лысый? Ну а чё ты свои волосы забыл? Мне бошку снесли. Поздравляю. 50 кэш, ладно. О, видишь, я на третьем месте. Ты успел 3 килла сделать, я не успел сделать ни одну. Как бы я попал пару раз по чувакам, но я ни одного килла не сделал. Блин, ты только зашел в игру, и ты уже 3 на 3 сыграл. У тебя КД в единицу. Как ты вообще как бы это вот... Давайте, Монбридж. Читер. Читоры. Послушайте, это читоры. 1 или 16-го, да. Вообще, так-то посмотреть, любая война страшная, но вот Первая мировая, это было вообще что-то... О, вот мы... Я купил себе новую каску, но у меня волосы из-под нее вылазят. Спасибо тебе, игра. Ладно, надеюсь, ты когда-то... А я лысый. Где они? Ёлки-палки, там уже что-то прилетает. Погоди, там уже что-то прилетает. Как они хоть кого-то видят с такой дистанции? Я их тоже вижу, вон они. Я никого не вижу. Попал. Я просто... Я пули вижу. Да ну, откуда бомба? Блин, ребят, давайте, прикрывай, идите, я за вас отомщу. Вы есть издеваетесь? Это лицо. Пулеметное гнездо. Как? Каким? В. О, это сложно. Как ты в меня попадаешь-то? Поехали. Поехали. Я на первом месте.
А че это у них? А че это у них на 3 человека больше, чем у нас? Где баланс? Шляпу снял. Ай, блин. Ну, нет, 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 нужна больше дистанция, потому что, ну, пока по шляпам стреляешь, оно... А откуда, зачем тебе баланс? Какой баланс? На войне нет баланса. У нас арбузы в лагере, а ты говоришь баланс. Арбузер. Минус. Красиво. Выбили. Меня повысили. Молодец. Сейчас подойду, подожди. Я пока стреляю просто в направлении. Подожди, подожди, подожди. О, сбил шляпочку. Ай, больно. Ай, больно. Килл ассист, отлично, спасибо. Не лезь выше. Ой, меня убили. Шляпку снял. Хедшотик, до свидания. Слышу, чё эта игра такая легкая? У меня 8 киллов и 3 смерти. Чувак, они не знают, что я здесь. Я их кэмплю просто. Офигеть. Минус шляпа. Кто надо мной ходит? Ты не знаешь? Нет. Да ну, что это за говно? Ай, блин, почему попал по чуваку. На самом деле офигенная позиция была. Сколько я тут? 3-4 человека снял. Почему пулемет так дерьмово сделан? Я еще не знаю, я еще не доходил до пулемета. Блин, офигенное место было. Надо сейчас попробовать туда опять добраться, если доберусь. Они просто проходят, я их сбоку валю, и они не видят, что это я. Забрали. Чему? Я не понимаю. У чувака вроде шлема нету, но почему так много хпшек? Ну, значит, ты не в голову попадаешь. Ай, блин, больно. Я типа по нему выстрелил где-то раза 3, что ли. Ну, 3 попадания. Ну, смотри, если ты попал по шлему, это отдельное попадание. А в туловище 2-3 попадания. Ну, в голову одно, да. Шлем не должен защищать всю твою жизнь. Нет, шлем защищает только голову. То есть, если ты делаешь хедшот, то чувака снимается шлем, тебе дают за это очки, и все, все нормально. Попал вроде. Да-да-да-да-да, пью-пью-пью-пью. Usual Strangers, вот что это. Я типа прячусь, меня все равно бьют, бошку сносят. Так, как тут лечь? Тут можно лечь как-то? С, чувак. Офигеть! Ну да, С это сесть. Как лечь? Control. Нет? И то сесть просто. Блин, печаль. Да, дона... В, Х... Ну да, надо будет потом посмотреть в этом.
кстати, вот эту карту с мостом я впервые вижу. Она прикольная, мне нравится. Он кого-то двоих убил. Неплохо, неплохо, красавчик. Чем я иду с... Ого, ого, чела сняли. Он просто бежал, фук, на лету. Офигеть. Меня атакуют. Попал. Чел, по-моему, они выиграют. Убил. Автоматику убил. Заходим. Подходи, подходи, чел, мы на мосту. Я иду. У меня хватит 16 киллов, но они выиграют. Минус шлем. Блин, просто попадают. Еще один чувак с автоматикой. Убил. Убил автоматику. Подходи. Я на точке. А, сбоку, сбоку, сбоку обходит, справа. Справа смотри. Эй, это же сбоку Steam Fortress 2. Может быть. Какого фига грена? Офигеть, офигеть! Подошли такие двое с автоматами. Ну, на самом деле, да, автоматическое оружие, оно вот в таких вот случаях, оно прям тема. Когда у тебя позиционная война, и ты там пытаешься выцелить кого-то из винтовки, это одно, это прикольно. First person, build, eyes, voice command, понял. Блин, чел всех там скосил. Три человека он сделал. Чё-то всё слишком дорогое. Убил сверху. Блин. Офигеть! Я убил чувака хедшот с длинной дистанции. Ну, так тут большой. Обычно так и получается. Потому что ты видишь, пол пикселя там торчит где-то, и ты в них целишься. Они стали прямо на выходе из моста. Они пытаются нас спаункемпить. А мы их разнесли. Как тузик грелку, понимаешь? А кто эти грелки разносит, он их не рвет? Окей. Не идите поверху. Поверху это проигрышная позиция, блин. Я тоже не понимаю, нафига все идут поверху? Типа, я такой внизу стою, просто их расстреливаю. Было такое, черт. А, мне уже шапку сняли, офигеть, когда? Вон, чувак... Я-я-я-я-я, сбоку, 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 наверху! Я ему 52 дал. Да, молодец, снял его. Всё. Красавчик. Спасибо. Два на крыше. Иду. Отлично, мы захватываем. Это захватывающие новости. Отлично, 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 выбили, хорошо. Давай их, убивай. Эти бараны все еще на крыше. Попал. Попал. Это не труп, это труп, а не человек. Блин, с шестью поинтами, офигеть, как страшно. Как гранату кинуть? Гранату дайте. Сверху, 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 сверху. Вместо гранаты ко мне шляпа прилетела. Сбоку подходит. Я чувака хеднул. Мы держим позицию. Наверх, наверх. Наверх. Блин. Идут. Уйди, уйди на... Блин, подставил меня. Кто? Да чел со мной на позиции, который... У меня 6 хп было, я типа высовываю, стреляю, хотел спрятаться, и чел меня просто выпихал, меня грохнули. Они подходят. Я понимаю.
Я сейчас только приближаюсь к мосту. У нас разрыв на самом деле не такой уж и большой. Если мы сможем удержать, то было бы неплохо. Наверх идут. Вижу. Принимаю. Шляпу снял. Молодец. Убил. Красиво. Я его к тебе отправил. И он там. Воу-воу-воу-воу. Неплохо было. Я их бачу, ты их убиваешь. Пока так и играем. Слева, 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 осторожно. Вижу. Пытаюсь прицелиться. Со спавна идут. У меня патроны заканчиваются. Ой-ой-ой-ой-ой! Снайпер. Сверху. Блин, у меня. Отлично. Я чувака так на ходу снайпнул, я вообще офигел. Чел, я просто с 5 хп-шками всех разношу. Слева, слева идут к тебе. Я пока центр держу, держи слева. Я справа от тебя, не могу. Они у ящика. Ой, я кого-то кинул. Какой интересный, какой интересный познавательный геймплей. Да офигенно, мне нравится. Слева подходит. Ай, блин! Ай-я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 й. А, меня убили. Меня тоже. Чел нас обошел, видимо. Тут чувак такой. Посмотри, посмотри на наши киллрейты. Ну-ка, ну-ка. Мы два чувака, которые держим команду. Нифига себе. У меня 10, у меня в два раза больше киллов, чем у тебя. Ну, потому что я бачу, ты убиваешь. Офигеть, ты посмотри на их команду и посмотри на нашу. Какой разлет. У них есть автоматика. Первое лицо, имба. Я чувака под мостом убил, с чувака внизу снял шлем. Минус. Хил-ассист. Заходим. Отлично, заходим. Заходим, у них стой, нет. Стой, 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 есть. Автоматика бегает. Есть. Минус, нет автоматики. Да, заходим, держим позицию. Офигеть, они кабаны, как они еще не поняли то, что мы их обходим. Слева. Я вижу. Я тут с чувака шапку снял пока что. И что я сделаю? Это ты слева. Убил. Я справа убиваю, ты слева убиваешь. Как это, что я сделаю? Так ты слева, а я справа. Я нахожусь слева, убиваю людей справа. Ты наоборот. Ну что, у тебя угол обзора лучше. Нет, это он тебя лю. Я почти нифига не вижу. Где? Сзади. Сзади. Отлично! Мы победили. Просто порвали их. 29 и 15. Офигеть. Офигеть. Да-да-да. Красиво. У них лучшего чувака 11 убийств. У нас третьего чувака 11 убийств. Хорошо. Вот, вот. Команды. Эта игра прям супер. Мы сегодня зашли вдвоем и доказали. На этом, думаю, ребятушки, будем заканчивать. Пишите, что вы думаете. Пока что на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодцы. Всем молодцы. И всем покеда. Всем покеда.